Вы тоже задавались вопросом, почему стоматологи используют какие-то многоразовые металлические шприцы? Зачем? Карпула – это ампула с герметично запечатанным стерильным анестетиком. При местном введении всех типов анестетиков используются специальные металлические карпульные шприцы, в которых есть выемка для введения карпулы. Карпула ставится в шприц индивидуально для каждого пациента. Она имеет точную дозировку и исключает возможность введения в нее какого-либо вещества или другого анестетика. В отличие от одноразовых, карпульные шприцы имеют более ультратонкие, гибкие одноразовые иглы. Это позволяет вводить препарат медленно, безболезненно и также обезболить труднодоступные участки. Все это хорошо, но как же инфекционная безопасность? Все шприцы для многоразового использования проходят специальную медицинскую обработку. В самом начале их замачивают в специальном дезинфицирующем растворе, после этого вручную очищают от всех видов загрязнений, от мыльного раствора, и после этого идет автоклав. Вы увидите маркировку, дату стерилизации, это обязательное условие. Абсолютно все пакеты со стерильными инструментами вскрываются только в присутствии вас.